Император Наполеон сказал, я пришел, чтобы раз и навсегда покончить с колоссом северных варваров. Александр I издает обращение к русскому народу. Я не помирюсь, покуда хоть один вражеский солдат будет оставаться в нашей земле. Эти слова российского императора вошли в историю. Эта война стала его личной войной. Александр I и Барклай де Толли разработали план так называемой Скифской войны. Выходя из кабинета Его Величества, генерал Кутузов сказал, дело решено. Война и мир Александра I. Наполеон против России. Премьера. В воскресенье в 15:00 на канале «Россия».